Впервые в регионе. Накануне на базе средней школы номер 8 имени Валентина Казакова состоялся районный смотр-конкурс знаменных групп. Он проводился с целью гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения, а также формирования чувства уважения к символам и ритуалам Отечества. В смотре-конкурсе приняли участие знаменные группы из учреждений общего среднего образования Лиды и Лидского района, а также города Березовки. С момента организации или улучшения работы по военно-патриотическому воспитанию в каждом учреждении образования созданы знаменные группы. И определено так, что любое значимое мероприятие учреждения образования проводится с выноса государственного флага и исполнения государственного гимна. И заканчивается мероприятие, соответственно, исполнением государственного гимна и выносом государственного флага. И вот наш районный конкурс – это одна из маленьких ступеней именно проведения совершенства работы по военно-патриотическому воспитанию, в том числе по подготовке знаменных групп. Участники знаменных групп продемонстрировали отличную строевую подготовку, а также практические умения и навыки в выполнении строевых приемов при вносе и выносе государственного флага Республики Беларусь. По итогам смотра конкурса победителями стали знаменные группы средней школы номер 8 имени Казакова, Бердовской и Гудской базовых школ Лидского района, военно-патриотического класса средней школы номер 6 имени Куканенко.